Келли, прости, что все пропустил. Скажи Нейту, что я звонил, и я еще позвоню ему перед сном, хорошо? Так, заканчиваем веселиться. Мы открываемся через пару минут. Все за работу. Заказ на 13-й. Отлично поработал. Это очень вкусно. Вы мой любимый столик. Организую вам шоты. Ягненок идет на второй стол. Горячее ушло. Отрежьте 3 стейка, это легко. Приятного вечера. Спасибо. Вы посещали курсы по гигиене производства? Объясняю, вы опустились с 5 звезд до 3. Пришел, сунул везде нос и поставил 3. Ты не умеешь мыть руки. А ты что делаешь? Кровь из носа, но 5 мы вернем. Ресторанный критик за 4-м столом. Все внимание туда. Хочу, чтобы все там было максимально четко. Намасте, шеф, намасте. Просто я когда-то на него работал. Твою еду, да? Ему понравится. Не парься. Верни мне мои 200 тысяч. Хватит! Себя хотя бы уважай. Не надо валить на девчонку. Все тебя ненавидят. Что? Вали с моей кухни. Ты иди и рассортируй, наконец, мусор. Заготовки не делаешь, еду не готовишь. Мы справимся. Правда? Это твой ресторан, но деньги мои, слышите? Помогите кто-нибудь! Точка кипения. Ошибешься, и тебе конец, и мне. В кино с 26 мая.